Арестовано имущество экс-сотрудников прокуратуры Крыма. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и наложил арест на недвижимое и движимое имущество подозреваемых в госизмене. Речь идет о 10 автомобилях, 20 объектах недвижимости. Среди них есть квартиры на материковой части Украины в Киеве, Херсоне и Кривом Роге. Как сообщается на сайте ГПУ, ориентировочная стоимость арестованного имущества приблизительно 18 миллионов гривен. Напомним, уголовное дело по обвинению в госизмене 413 экс-работников прокуратуры Крыма было возбуждено в конце февраля 2015 года. Речь идет о прокурорско-следственных работниках, которые перешли в незаконно созданную оккупантами прокуратуру. Всем им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией.